там потеряла. Всем привет! Как дела? Хорошо. Кушаем. Жуй быстрее. Так, что будем кушать? Печеньки. Печеньки? Нет. Не угадали. Пип-пип-пип. Так, сейчас у нас обед. Yes, of course. Девчонки пришли на обед со школы. Бонни, сегодня солнышко. Так, сегодня обязательно нам нужно убирать наш двор. Почему? Потому что? Вчера я сегодня до 4 в школу. Вчера мы не успели до 4, но все равно папа в 5 приходит, и мы будем папу ждать. Сегодня будем чистить там пол, бетон. Так, Макс, Каролина, давайте убирайте игрушки отсюда. Ксюша будет помогать, все будут помогать. Не будет помогать. Я сегодня купила новую расческу. Не Она больно. Хорошо расчесывает, да? Мама. Мамуси. Это что за попугай такой? Еще раз так кричу. Да, я тебя расчешу. Я теперь хожу и всех расчесываю. Иди сюда. Ра-та-та-та-та. Ну-ка. Когда-то Макс снял шапку. Каролина, зачем ты расплетаешься в школе? Объясни. Не почему мне мешает. Зачем? Тебе не мешает, тебе волосы мешают, наоборот. Наоборот, не нужно. Я сегодня все-таки съездила в магазин, купила штанишки папе. Джинсики вот такие вот. Голубенькие и синенькие. То у нас папа постоянно в спортивных штанах ходит. И Максу тоже купила джинсы вот такие вот. Эти вот две сразу... Одна пара вот так вот вместе шла, черные и синие. И вот такие вот. Они, по-моему, рваные тоже. Да, немножечко тут такие рваные. Одного цвета. Все. Ну, там кое-что по мелочам взяла. Себе крем для лица взяла. Ничего интересного не было. Особо скидок таких больших не было. Поэтому я ничего не брала. Маргарита просила купить ей синюю краску. Она будет синие волосы. Давай ты тоже синий покрасишь. Зеленой опять не было. Вот все цвета есть, кроме зеленой. Я тебя не представляю с синими волосами. Что не можешь? Точно будешь покрасить? Да, точно. У тебя краска уже сошла. Yes! Вот тут не... еще немножко розовые. Светлые волосы, потому что... Вот такое у тебя будет. Вот здесь или здесь? Ну там у тебя все равно, видишь, немножко обесцвеченное. Так, мы садимся обедать. У нас обед. Ты уже пообедала? Маргоша, приведи, пожалуйста, в порядок стол. Я уже накладываю макарошки с мяском. Я хочу сделать пирожок с яблоками. Яблочный пирог. Ну, в общем, шарлотку. Потому что сейчас приедет наша бабушка. Они поехали за Каролиной. А потом, когда они пойдут домой? Не знаю, чай попьем и пойдут домой. Бонечка, гулять. Кто-то спрашивал, зачем вот этот пакетик на поводке. Ребят, это какульки собирать. Это чтобы собирать. Какака. Это чтобы какульки собирать. Да, что я вижу, мне когда на улице есть специальные такие места, в общем, там контейнеры. И эти пакетики можно брать, и потом, когда ты выгуливаешь, ты собираешь какашку и выкидываешь обязательно. Нельзя оставлять. Иди гуляй. Ух ты! Какой светильничек красивый. Там светильничек. Ты сама его сделала? Гаш. Круто. Это прям поставить, да, на улице тогда можно красиво так будет стоять. Не реально сама делала? Все сама делала? От нуля до конца. Почему мы такое не делали раньше? Смотрите, ребят, какой классный светильник. А вот какое-то говно делаешь. Что, вы шьете и он... Нет, мы тоже такое делаем. Но мы делаем, чтобы для телефона, чтобы телефон можно поставить. Чего не закончилось? Это прям как в магазинах продаются. Все, мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Все, Маргарита, открываем бизнес. Маргарита будет продавать светильники. Не, круто. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Мы купим себе тапки. Круто.
Молодец. Все, я раскладываю яблоки. Сверху вот так. Не кричи ты. Сверху вот так украшу красивенько. Нельзя. И все. Пирожок печется. Мам, я хочу кушать. Я тоже хочу кушать. Вон, макарошки еще остались. Время 4 часа, скоро папа приедет. Вилки в машинке, да, чисто. Мне нужно опять загрузить машинку, посудомоечную машинку. Знаете, человек так может быстро зажраться, что я, например, когда у меня не было посудомоечной машинки, я думала, вот бы посудомоечную машинку. А теперь она у меня есть, и я теперь думаю, вот бы посуда сама выходила из машинки, складывалась. Вот все время вот привыкаешь к одному, и тебе хочется больше. Просто до того потом ленишься, даже уже потом, знаешь... Машинка тебе моет посуду, и потом уже становится лень даже посуду вытаскивать. Вот реально. Они теперь должны что-то придумать, чтобы посуда сама выскакивала и раз это, чтобы как-то расставлялась по полочкам сама. Сейчас я буду делать уроки, потому что мне задали уроки на понедельник. Я хочу сейчас сделать. Вот это геометрия. Сейчас мы будем делать. Все, пирожок готов. Пирожок! Такой вот получился. Кстати, в этот раз добавляла соду с уксусом, потому что у меня нет разрыхлителя. Да? Просто, чтобы тесто подошло, соду с уксусом затосила. У нас есть уксус дома. Ты не знала? Она хорошо кушает, да, его? Лучше, чем другой, мне кажется. Все, все, много не надо. Папа сейчас будет все здесь мыть, чистить. Диван, наверное, тоже нужно отодвигать. Давай, убирай, не расслабляйся. You know that I can't seem to focus when you're getting close to me. Broken records ringing round and round all year. I know that I can do more. I know that you feel the same. Why do we keep playing all of these games? I don't wanna go, 'cause your love is what I want, babe. You know that I want. Вот эти пятна не отмываются. Не знаем, что делать. Все, Ксюша, ты здесь будешь ночевать. Хорошо? Мы тебе сделали кроватку. Все, ставим на место. Она не тяжелая. Где папа? Любовь у них такая большая. Маргарита Мама. Только пришла с улицы. Что ты делала на улице? Маленькая. Кто там был? Маленькая. Все. Все? Одноклассники? Угу. И что вы там делаете? Просто тиктоки снимай. А что вы там делаете? Я и моя подружка, мы всегда катаемся на... На скейтборде? Другая подружка. Мы это катаемся на этом на качельке. Угу. Потом мы прыгаем, и кто дальше прыгнет, тот выиграет. Дай лапу. Лапу дай. Ой, моя маленькая, молодец. Дай лапу. Лапу дай. Бонни. Бонни. Голос. Молодец. Голос. 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 Ну, голос. 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 Голос.
молодец. Иди сюда к нам, иди сюда. Не надо. Иди сюда, иди, давай, давай, прыгай. Раз. Я хочу чай с сахаром. Печеньки. Печеньку, печеньку son galletas. Sí. Yo no quiero galletas, yo quiero leche con té. Malaco con té. Malaco. Malaco con té. Malaco. Yo quiero buena malaco, no quiero chai con malaco. Yo quiero malaco normal, no mierda. Нет, чай с молоком. ¿Por qué молоко? Quiero молоко. Ну, молоко, говорится. Молоксы, молоком. Cuando dices con algo, entonces cambias. Yo quiero молоко, no quiero молоком. Зря мы купили этого Бэби Йоду большого, потому что сегодня ночью Каролина пришла к нам с этой игрушкой огромной и хотела к нам поселиться. Поселиться. Она хотела спать с нами, еще и притащила своего этого огромного бэбика. Ой, вообще. Она без него теперь никуда. Она его не хотела оставлять одного в комнате. И поставила его вот сюда. И спала рядышком. Что, она думает, что у меня просто был blackout, и я... Ага, у тебя, в общем, заблокировалось. Мозги заблокировались. И что, она тебе оценку изменит или нет? Нет, она сказала нет. А зачем тогда ошибки исправлять? Просто чтобы она посмотрела, если это на тесте так было, или это правда так, что я ничего не вижу. Ну, видишь, я все правильно. Ты исправила, да? Да, я. Но почему сразу не сделала правильно? Ну, потому что у меня было blackout. У тебя было blackout? Yes. Понятно. Миша, все правильно. Ты за 15 минут вот это потом решила все. Митя, у нее 2,8. Плохая оценка, плохая. Я Ксюше купила крем Нивея. У нее сильно обветриваются руки и трескаются. Помнишь, у Маргариты такое было? Теперь такое у Ксюши. У тебя теперь не сохнут руки? Look, а у Ксюши сохнут. Так, Маш. Чуть-чуть нужно, Ксюша. Не почему? Нужно сильно много, не надо. Ну ты делай. Чтобы она впиталась. Делаем руки с Каролиной. Ну, давай, пиши. Ей нужно написать, что идет после и что перед. Какой цифрой? Вот это вот. Ахт, ахт. Ноль. Ноль, пиши ноль. Сейчас руки сделаем и пойдем спать. Да? Ну, пиши ноль. Как пишется ноль? Ноль, пиши. Такой? Каролина, ты очень быстро и легко запоминаешь пароль от телефона. Вот такой? Но почему-то ты не хочешь запоминать вот цифры, такой? Когда ты математику делаешь. Да, такой. Вот интересные дети такие вот. Вот тут? Угу. А где тут? Сама ищи, где? Ахт, потом ноин. Пароль от телефона она запомнит за несколько секунд. Угу. Да, но когда математику делает, она все цифры забывает. Как-то это, не знаю, странно. Мозги у тебя работают. Блокируется, короче, они у тебя. Блокируется, когда идет математика. У Макса такой меч интересный. Он, в общем, записывает голос. И потом, когда он им трясет, он постоянно повторяет этот звук. Он еще светится, да? Ух ты! Мама! Смотрите. Мам! Давай не делай так, почему я... Я это вижу и буду... На, держи. Не испугаешься, это же не настоящий. Только я слышу. Эй, осторожно, Макс. Что, ребят, мы уже ложимся спать, нам завтра надо вставать рано, я не хочу. В 6. И у меня нету. В 6:30. И да, мама, у меня нету. Максу повезло. Макс, это завтра выходной. Ну так нечестно. Он идет в садик, и у него-то еще это. Выходной завтра. Угу. Я тоже завтра хочу выходной. Та, она тут сидит деловая. Водичку попивает. Фильм какой-то смотрит. Угу. А, это как ее зовут? Виктория или как ее? Виктория победительница. Давай, все. Спать. Эй, мама, можно еще? А я искала планшет.
Много на ночь воды не пей. Макс ходит, хвастается, что у него выходной завтра. И завтра будешь наводить порядок вот здесь. Посмотрите, что у него творится здесь. Чего здесь только нет. Больше половины я завтра заберу, заберу в школу. Все, всем пока. Спокойной ночи. А я ищу планшет, а он у нее оказывается в комнате. Я его искала. Пока. Пока. Спокойной ночи. Всем пока.